Сегодня заключительный фестиваль Leo Records, шестой фестиваль Leo Records, который на этот раз прошел в трех городах. Он начался в прошлое воскресенье в Воронеже, потом был 4 дня в Петербурге и 3 дня в Москве. Завтра, сразу хочу сказать, что завтра будет автопати пост Leo Fest, который состоится наверху, здесь, в клубе Алексея Козлова, в мансарде, в рамках циклов под названием Train Zen Art. Каждый понедельник Михаил Сапожников устраивает там авангардные вечера. Так вот, завтра будет пост Leo Fest, различные будут импровизаторы, и Рома Столяр приедет специально из Петербурга для того, чтобы участвовать в этом мероприятии. Что ж, а сегодня последний, заключительный день фестиваля Leo Records. И для того, чтобы его открыть, я приглашаю на эту сцену легендарного Алексея Леонидова, он же Лео Фегин. Дамы и господа, добрый вечер. Добрый вечер. Фестиваль был уникальный. Почему? Потому что главные участники фестиваля не принимали в нем участие. Как это может быть? Вот так. Зато эти главные участники фестиваля представлены на нем. Во-первых, книгой, которая называется «Слушая трио Ганелли». Книгу написал английский писатель и музыкант Стив Дэй. И трио представлено новым фильмом, который называется «Непредсказуемое прошлое». И режиссер фильма Оксана Матиевская сидит вот с той стороны. Если вы не прочитаете эту книгу и не посмотрите ее фильм, так вам же и хуже. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Позвольте мне пригласить на сцену группу, которую называют за глаза моими любимцами. Они этого не знают. Они называются Goats Know. Володя, как это перевести? Заметки козла. Это Гришина затея с названием. Я никогда не был против, но не был никогда за. Мне это казалось неважным. Владимир Кудрявцев, контрабас. Здравствуйте. Мария Логофет, где Маша? Здравствуйте. Маша Логофет, Гриша Сандалевский, Петя Талалай. Андрей Бессон. Расслабьтесь, дышите спокойно и глубоко и наслаждайтесь музыкой. А пока ребята здесь устанавливаются, я хочу сказать, что у нас здесь есть специальный столик, где продаются разные альбомы Leo Records, и не только, можно приобрести. Фестиваль проходит при поддержке Pro Helvetia, швейцарский совет по культуре. Благодаря их поддержке приехал на фестиваль замечательный ансамбль Лукаси Сера Руфер. И также нас поддержал в этом году Гёте-институт. При их поддержке у нас были замечательные музыканты Арнольд Кюнер и Гебхард Ульман. Их сегодня нет, они уже уехали по домам, но зато очень много российских импровизаторов. Хорошего вечера. Я иногда здесь буду появляться на сцене и мелькать, и что-то говорить в этот или в этот микрофон. Все, Goats Know.
Thank you.
Thank you.
Наших дисков, последний вот диск, который был, как он там, Cosmic Circus, вот, он прошлого года выпуска, он совсем свежий, его еще не очень много кто купил, а надо на тот стол, а можно бы этот сразу там, ну там вот еще, да, там еще другие диски, а у меня, можно, я тоже туда положу, а можно прямо у меня. Это замечательный, совершенно замечательный диск. Да, все же, Централизован туда, окей. В общем, да, спасибо большое, и спасибо Вегу. Дамы и господа! Это была спонтанная история музыки за 45 минут. И такое могут сделать только блестящие музыканты. Я вам хочу сказать, что, к сожалению, у нас нет постоянного спонсора. И вообще нет спонсора. Но у нас есть друзья, которые нам очень помогают проводить наш фестиваль раз в год. Записывайтесь, друзья Лео Ракера. А я можно еще? Я буквально... Леша, прости меня, пожалуйста, я отниму минутку. Я просто хотел сказать, что у нас, поскольку вот Вова Кудрявцев, наш контрабасист, он очень редко появляется в Москве, как правило, только вот на фестиваль Лео, поэтому у нас в связи с этим несколько с ним выступлений. Я бы хотел позвать желающих, у нас будет в четверг в музее Сидура, будет совершенно уникальное событие. Это будет струнный квартет, две скрипки, логофет Аня Чекасина, на альте будет Сергей Полтавский. И Вова на контрабасе Кудрявцев, и я на рояле. Это будет такой, соответственно, струнный ментет. Это в музее Сидура будет в четверг. А в среду мы еще будем играть в таком странном клубе Model T. Такой рокерский клуб. Мы там будем играть рок с Вовой, со мной на органе. И с двумя, с грузинским замечательным дуэтом Critical Mass. То есть, если желающие, приходите. Спасибо. Давайте еще раз Гонс Нотс представим. Григорий Сандомирский. Григорий Сандомирский. Владимир Кудрявцев. Владимир Кудрявцев.
Он специально приехал из Франции на фестиваль. Петр Талалай. Петр Талалай где-то собирается. Вот он, в цветной шапке. Мария Логопед. Мария Логопед тоже где-то здесь. И Андрей Бессонов. Андрей Бессонов. А сейчас буквально через несколько минут их будет очень много. Оркестр московских композиторов. Большое спасибо. Вы знаете, Лео сказал про наших друзей, и я хотел бы всем нашим друзьям сказать огромное спасибо и выразить благодарность, и прям конкретно сказать, кто это. Давайте все поаплодируем им. Во-первых, это Виталий Булавин и Вера Шаронова. Вот они тут сидят. Оксана Матиевская, которая является режиссером фильма про трио Ганель, Оксана Матиевская. Иван Высоких и Валерий, наши большие друзья из Петербурга. Иван специально приехал из Питера на наш фестиваль. Наши большие друзья Сергей и Марина Дашковские. Вот они здесь сидят. Кстати, там, где продаются диски. И Игорь Флейшман, тоже наш огромный друг. Где он? Вон, Игорь. Итак, на сцене оркестр московских композиторов под управлением Владимира Миллера, который уже второй год подряд не приезжает, собственно, он никогда не был на нашем фестивале, и оркестр всегда и играет без него. Иногда лидером оркестра московских композиторов, как бы его заместителем, является Сергей Летов, но он сегодня тоже не смог. Иногда Юрий Парфенов, его тоже сегодня с нами нет. Но вот сегодня бразды правления оркестр московских композиторов взял на себя ветеран нашей импровизационной сцены Юрий Еремчук. О, также на сцене единственная в России трубачка, которая играет фри-джаз, Юлия Маликова. Наш дорогой гость из Архангельска Олег Юданов. Всем пожалуйста. Анатолий Осипов, тенор саксофона, Анатолий Осипов. И Вадим Провилов, контрабас. Мы сыграли две композиции. Первая принадлежит перу Юрия Еремчука. Называется «Форма номер один». Итак, Юрий Еремчук, «Форма номер один». Thank you.
Юрий Юрьевичук и его форма 1. И еще одна композиция, которая называется «Поэт». Композитор Алексей Кузьмин. Thank you.
Спасибо. Юлия Маликова, Юрий Гон. Юлия Маликова. Анатолий Осипов, тенор, саксофон. Анатолий Осипов. Вадим Провилов, контрабас. Вадим Провилов. Наш гость, большой друг из Архангельска, Олег Юданов. Олег Юданов. И лидер сегодняшнего состава оркестра московских композиторов Юрий Еремчук. И сольер Алексей Круглов. Спасибо, спасибо большое. Сейчас мы на сцену приглашаем ансамбль иркутского барабанщика и перформера Евгения Маслобоева. Пока они заходят на эту сцену, я хотел бы сказать, что еще раз напомнить о том, что завтра состоится пост-Лео-фест, автопати на 4-м этаже в мансарде в рамках цикла Михаила Сапожникова, который называется Train Zen Art. Будет много разных импровизаторов и вход абсолютно свободный. Так что приходите, завтра начало 8 часов. И пока какие-то небольшие паузы, можете подходить, тут есть у нас диски и разные интересные вещи. И вообще просто подходите, пообщаемся. Спасибо, и передаю этот микрофон Евгению Маслобоеву. Добрый вечер, дорогие друзья, очень рад, что столько у вас собралось. Обычно мы выступаем не при таком количестве публики. Сейчас это напоминает немножко даже поп-концерт, но что ж, будем соответствовать. Итак, мы сегодня покажем вам цитаты из нашей новой программы, которая называется «Бумажная музыка» или «Каллиграфия с резами». И вторая часть – это «Фильтруй любовь». Я надеюсь, что вы быстро разберетесь, в чем тут суть. И лишних слов я говорить не буду. Сейчас мы немножко подготовимся и приступим. Спасибо. Чает жене бросит пить. Однажды выдержал целый месяц, но это рекорд. Обычно его хватает на 2-3 дня. Саша вот недоволен. Он кинул на молодого коллегу взгляд. Ну и солидная фирма, нет слов. 144. Касаев задумался. Я терпеливо ждал. В редакции не очень удобно. Да, вздохнул Фуменов. Если каждый начинает строить дом заново. Чем суть? Я представляю фирму. Я представляю фирму. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Алло. Милая. Милая, я хочу тебе что-то сказать. Ты помнишь? Милая, пожалуйста, послушай меня. Ты помнишь? Ты помнишь, как это все было? Я стоял у стены. Ты мне говорила странные слова. Бросала в лицо. В лицо какие-то жесткие слова. Я не помню ни одного слова, но ты-то помнишь, милая. Милая, иди ко мне. Милая, пожалуйста, пожалуйста, подойди ко мне. Где-то я не вижу тебя. Милая, скажи мне что-нибудь, не молчи. Не молчи. Пожалуйста, не молчи. Не молчи. Я не слышу тебя абсолютно, не молчи. Спасибо. Спасибо вам. Это было наше объяснение любви всем присутствующим, всем собравшимся здесь. Мы пытались позвонить вам, ваши сердца. Я думаю, что эти звонки когда-нибудь достигнут, и мы сможем поговорить. Итак, я хотел представить всех тех, кто участвовал в этом перформансе. Итак, Сергей Храмцевич. Город Москва. Ярослав Курило, город Москва. Резида Кучкарова, город Москва. Евгения Андрианова, город Москва. И наш большой друг из Иркутска, он специально приехал на фестиваль, он был в Петербурге, сейчас в Москве. Это лидер проекта Евгений Масловоев. Евгений Масловоев. Вы знаете, обычно, когда меня спрашивают, и как же тебя зовут, парень, я отвечаю просто, перефразируя Володю Маяковского, замученного гиперактивной стервой Лилии Брик. Быть может, я петух гамбургский, а может, король изгоев. Но вообще-то мне нравится моя фамилия Евгений Масловоев. Спасибо! А сейчас на сцену я хотел бы пригласить заключительный ансамбль нашего вечера. Это группа
Андрея Соловьева, который называется «Ансамбль московских композиторов». Давным-давно, больше 30 лет назад, Андрей стоял у истоков основания оркестра московских композиторов. И сейчас он на этой сцене. Дышите глубже, улыбайтесь. Спасибо. И получайте удовольствие. Сейчас мы еще вам кое-что скажем. Во-первых, 25 октября в среду трио Говоронский, Кондаков, Волков в доме. А завтра, после его фест, оказывается, в 7 часов, не 8, наверху в мансарде. Еще раз спасибо всем, кто нам помогал. Спасибо всем, кто принимал участие в фестивале «Левый». И до будущего года! Большое спасибо, дорогие друзья, за теплый прием. Все концерты прошли при аншлагах, и это, конечно, потрясающе. Спасибо за теплый прием еще раз. И нам всегда так радостно, когда вы приходите к нам на наши концерты. И здорово то, что 6-й фестиваль «Левый рекорд» прошел настолько глубоко и проникновенно, и душевно. Спасибо, спасибо. Ну, еще раз поаплодируем нашему дорогому Лео. Завтра он улетает в Англию. Спасибо, Лео, что вы есть у нас. А сейчас Андрей Соловьев. Да, ну, у нас идет последняя настройка. Вот надо трубача еще подключить. У него микрофон прищепка. Все в порядке, да. Ну вот Суворов говорил, что побеждать нужно не числом, а умением. Мы вот как раз ансамбль, который не следует этому правилу, старается побеждать числом. Вот сколько влезло на сцену, столько нас и будет. А тут выступал очень хороший ансамбль, в котором участвовал Алексей Круглов. Спасибо ему огромное за то, что приглашает нас всегда на фестиваль. Вообще лучший организатор джазовых событий в Москве. Я хотел бы некоторые нюансы прояснить, чтобы они больше не возникали. Дело в том, что на премьере компакт-диска оркестра ансамбля московских композиторов Владимир Миллер официально в присутствии известных людей, музыкантов, вот Валерия Силаева, Антона Силаева, Евгения Ваулина, в моем присутствии, сказал, что он больше не является руководителем оркестра московских композиторов. Поэтому вот Алексею тоже это нужно принять во внимание. Я уж не знаю, там как Летов или... Я тоже не претендую на это, хотя имел отношение к созданию этого коллектива. Сегодня мы сыграем музыканты, которые вокруг меня сгруппировались. Это группа, которая называется «Ансамбль московских композиторов». Хотя иногда вот мой оркестр, как вы видите. Мне очень приятно выступать с замечательными артистами, лучшими музыкантами московской сцены, которых я всех вам представлю. Надеюсь, я всех вспомню. А сегодня мы сыграем вам программу новую, которая нигде не звучала никогда. Ну, на 80%.
так скажем. Хотя наверняка вы и остальные вещи тоже не слушали, потому что мы их с февраля месяца нигде ни разу не исполняли. Итак, на трубе играет Антон Силаев, которого я уже упоминал. Сергей Седых, гроза московских гитаристов, лучший друг Стива Вая, играет на том, что осталось от его гитары. Владимир Бик Глушко, человек, вокруг которого аккумулируется большая часть вообще московской сцены и множество проектов интересных. Мой коллега по вежливому отказу Павел Танковит играет на тенор-саксофоне. Владимир Кисляков, бас-гитара. Алида Юденцова играет на инструменте, который редко появляется на джазовой сцене. Ну, большей частью из-за того, что просто он громоздкий, его тяжело носить. Но вот он, мы пользуемся, ценим это очень, Алина, спасибо. Анна Танковит играет на флейте. Лена Фольк играет на флейте. Сергей Луканов, ветеран оркестра московских композиторов, участник состава 1985 года, тоже играет на флейте сегодня. И Антон Котиков, очень известный московский музыкант, будет играть сегодня на разных инструментах. Нет, все, мы выясняем, всех ли я представил. Вроде бы всех. Да? Но если нет, то в конце еще повторю все это. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Спасибо, это был ансамбль московских композиторов. И какие-то новые вещи вы видите тоже, потому что они очень обжили. Но приятно было, что вы все это участвовали. Спасибо большое. Еще раз представлю участников нашего коллектива. На сопрано-саксофоне, дудуке и флейте играл Антон Котиков. Сергей Луканов играл на флейте. Лена Фольк на флейте. Анна Танковит на флейте. На фаготе Алина Юденцова. Сергей Кисляков, бас. Владимир Кисляков. Павел Танковит. Тенор-саксофон. Сергей Седых. Владимир Седых. Просто Биг на барабанах. И Антон Силаев на трубе. Всех я назвал. Спасибо большое. И Андрей Соловьев. Андрей Соловьев. Да, просто мне говорят, чтобы я не стеснялся. Тут есть у нас компакт-диски, не очень дорогие. На память о сегодняшнем вечере ансамбля московских композиторов. Дорогие друзья, спасибо. Ну, собственно, все, фестиваль закрыт. А завтра всех ждем в мансарду. Приедет Рома Столяр. И буду просто импровизации для вас. Вход свободный в 7 часов. Спасибо, до свидания.